Здравствуйте всем. При покупке бензотриммера в бензотриммере примерно бывает катушка и какой-нибудь нож. То есть нож бывает трехлепестковый, четырехлепестковый, и есть бывает нож 40 зубьев с победительным наконечником. И некоторые задают вопрос, сможет ли он спилить какое-либо деревце, которое растет. И сейчас на этот вопрос мы ответим. Буду показывать пример на бензотриммере Хутор GGT1500T. То есть здесь у него комплектация не идет, диск, но я его поставил. Можно просто докупить любой диск от фирмы Хутор. Давайте заведем его. И вот, мы пропилили 4 ветки от диаметра 1,5 сантиметра до 4 сантиметра. Вот как вы видите, все как пилит, хорошо. Покупайте фирму Хутор. Если за покупками, только магазин Лидер.